Индии на азиатском. Декабрь инит таснамека горису манскатвец воротан миджазгаин порцагитакан форума. Ксан мек порцагетнер Хайастаниц, Русастаниц, Иранец, Унткастаниц, велюцелен ерек теманер. Хаортаксутюнер ев миджанскнер, дагекатвакан анматангутюна мерорерум, ев ароматиан баджамичоцнер, ханаравурутюнер ев батасакан этевакнер, ев расиакан тандесутян хамар. Форуми анон антервеле и пати воротан гети ворскиз беарну марцахи адрбеджани гогмиц окупацвац карвачар шержаниц, хосум сюники тарацков и евтапфум окупацвац кашатахи шержам. Форуми Хайастаниан Казмакерпич Хайкакан Нахагци Хамахимнадирнерен Нашумен, Арцахиан Верчин Батерязмицето, Сюникум Казмакерпац Аменамец Миджазгайн Миджоцарум Неса. Хайев Миджазгайн Порцагетнен Нгацелек Дадасакан Укахакан Арачентаци, Ев Иракан Хагагутян Десанкюниц, Ев Расиакан Тарацкум Интеграцион Гортон Тацнери Хатанман, Юси Сарафа Гортак Цаинцанци, Ев Драном Хайастан Индер Граватутян Кареворуцюна. Or import from Russia and the other Eurasian country electricity through Armenia, through Armenia to Iran and so on. What it means? It means that then we will have Все правильно. Сложно говорить без карт про международные транспортные коридоры. Сейчас я буду показывать. Смотрите, вот все, что коллеги говорят, они говорят про неправильные вещи. И тут я очень адресуюсь нашим иранским друзьям. Про то, что нужно развивать конкурентное пространство, и нужно, конечно, создавать вот эти новые логистические коридоры. Against the Islamic Republic of Iran and the extensive cooperation of this country with Israel and NATO, the use of water route in the first place, as well as the completion and widening of Iran's transit route to Armenia and Georgia as a new alternative road, is considered necessary. Иранец Джаманат Портагетнер Эхсан Мовахедяна, Шуаид Бахмана и Фашат Аделя Нашумен. Зангезури Миджанск Кочфох НАТО и Тунанакан Нахагица в Насабере, инчпес Хайастани, айнпесель Ирани, Русастани Хамаш. Это крикракан է, որ այս Миджанскի концепտը առաջարկվել է НАТО-ում Բրիտանիայի նախկին ներկայացուցչի կողմից. Տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության արդյունքում մեծ գին կվճարեն Իրանն ու Ռուսաստանը։ Ֆորումի փորձագետները պայմանավորվել են շարունակական դարձնել ձևաչափը, գորիսյան հարթակ ստեղծել, դրա շրջանակներում քննարկելով տարածաշրջանային կարևոր խնդիրներ։